Детское радио представляет. Витаминные истории. Если хочешь стать сильнее, ешь побольше сельдерея. Такую поговорку у нас даже в школе знают. Я стал у всех спрашивать, что за сельдерей такой? Никто ответить не может. Как тут без бабушки обойтись? Да, и про сельдерей я тебе могу рассказать. Люди выращивают его с глубокой древности. Вот греки, например, его листьями украшали залы или вплетали его в венки, которые вручали победителям спортивных соревнований. Сельдерей выращивали в садах и парках, тоже для красоты. Но он стал популярен не только как украшение, но и как лекарство. Например, из его семян делали масло, которым лечили болезни желудка. Бабушка, а когда же его есть стали? Первыми употреблять в пищу сельдерей стали европейцы. И случилось это примерно в 15-16 веках. В России сельдерей оказался в 17 веке. Придворные Екатерины II сначала решили, что сельдерей – это прекрасное украшение. И во время праздников делали из него венки, но вскоре поняли, что сельдерей – это очень вкусно. Тем более в пищу можно употреблять как листья, так и корни этого растения. Сейчас сельдерей используют как пряную добавку к супам и салатам, ведь он придает блюдам очень аппетитный аромат. А что еще такого в сельдерее особенного, раз про него такие поговорки складывают? Дело в том, что в сельдерее есть витамин С, который укрепляет наше здоровье и поддерживает хорошее самочувствие. Особенно полезно есть сырой сельдерей. Кстати, компресс из сока сельдерея поможет избавиться от синяков и ссадин. Для вас, мальчишек, это очень полезный рецепт. И как же я раньше без сельдерея жил? Ума не приложу. Когда пойдем с мамой в магазин, обязательно купим. И побольше.